Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 8-й день, забираем 250 тусклого янтаря. Ну что, а теперь давай смотреть, что у нас по событиям. Ага, выживание заканчивается через один день, 6 часов. Но здесь еще будет одно. Угроза, драконий корень угрозы. Ничего себе. Так, ну нам нужно попробовать сегодня пройти выживание, хотя бы постараться. Я, конечно же, сомневаюсь, что у нас вообще получится пройти. Но сдаваться не будем. Так, замечательно. Ветрокрыл, лети сразу за железом. Так, нюхохват. Нам нужно было повысить уровень, насколько я помню, поэтому будем выполнять это задание. Уже выполнили. Забияка, забияка, во время обучения драконов от тебя не было никакого толку. О боги, задирака, кажется, я только что видел мужчину своей мечты. Я твой брат, и избавь меня от таких подробностей. Бла-бла-бла. Так. Злобный змеевик и древоруб проводят очень много времени в играх и мало работают. Пора заставить этих драконов трудиться. Так, поручите злобному змеевику добыть 15 тысяч единиц рыбы, а древорубу древесину. Окей. Так. Подожди, а почему меня сюда-то перекинули? Что-то я не могу немножко понять. Нам же вроде бы как бы сказали змеевику и древорубу. А это у нас, извини меня, Кривоклык и Громгильда. Ладно, в любом случае я их отправлю на задание. Так, пак выпадает. И отправляем на за шепотом смерти. Бесплатно. Так, и сарделечка. Ага, что нам даст? Я больше уверен, что, как всегда, тусклый янтарь. Тут другого просто никогда не дают. Практически всегда тебе выпадает тусклый янтарь. 34 штуки. Ну, давай, наверное, сделаем с тобой следующий полет. Так, пускай летит. Ну, а мы с тобой забираем, естественно, все ресурсы, которые тут у нас накопились. Что у нас без зубик? Рыбу. Конечно же, 40 миллионов рыбы. И, скорее всего, оно сейчас именно нам выпадет. Сейчас проверим. Нет, нам выпадает яйцо. Если я не ошибаюсь, это на громобое, да? Ну-ка, покажи. Ага, это у нас гроза морей. Если я его отпущу, 2 миллиона рыбы плюс 250 тусклого янтаря. Да, пускай летит. Как говорится, с богом. Ну, а мы продолжаем с тобой собирать наши ресурсы. А вот и древоруб. Пускай летит за древесиной, как нам было сказано. Костолом тоже пускай идет за древесиной. Здесь у нас шлем. Где он находится? Забираем. Так, тут дровишки копятся. Посмотрим, что у нас на обменке находится. Отказаться от такого выгодного предложения. И вот это вот, да, действительно, ребята, выгодное. Два предмета за рыбу мы с тобой поменяли. Плюс еще 10 рун нам подкинули. Так. Что это, бабуля-то вдруг активировалась, а? Тихо. Плевака, драконы разрыли мое капустное поле. Это беспредел. И я только сегодня видел, как ты сам там копался. Видимо, они решили тебе помочь. Хе. И я-то копал слева направо, а драконы справа налево. Но разве не демоны? Заставьте драконов работать и подальше от моего капустного поля. Так, поручите дракону добывать рыбу и древесину в течение 13 дней. Окей. Пускай будут работать 13 дней. Новая способность. Да неужели, друзья мои? Блин, подожди. 450. А как же так-то? Он же вроде бы... Постой, постой, постой. Он должен нам собирать 138 железа. Почему он только... Отправить этого дракона, собрать одну единицу железа для кузницы. И за это я должен отдать 450 древесины.
Да у меня, блин, ветрокрыл, извини меня, берет намного меньше. В почти в два раза. 250. Зачем я его качал тогда, а? Вот объясни мне. Ты. Здоровски просто. Прокачал, непонятно зачем. Ценник, опять же, бешеный. Да. Я думал, будет какая-то скидка. Угу, скидка. Так, а что у нас тут? Брюхоглот. Ну, брюхоглота мы с тобой прокачиваем дальше. Где у нас там модификрылка? Мы же ее тоже как бы прокачиваем. Вот она. Обучить. Пускай летит. Так, у нас 24 с тобой железа. Для того, чтобы построить кузницу, нам нужно, по-моему, 40 ракет. Насколько я помню, да? 40 ракет. То есть еще 16 железа нужно. Да, немало. Зачем я этого-то качаю, я не могу понять. Кошмарного плестиголова. А ты что там сидишь? Быстро, быстро за рыбой полетел. Сидит там, прохлаждается. Принцессу огнеедов тогда тоже будем качать. Так, 450. Меня вот это вот бесит. 450 миллионов древесины я должен отдать для того, чтобы он полетел и нашел мне всего лишь одно железо. То есть получается, что ветрокрыл у меня самый крутой. Да, именно по добыче. А вот как сделать мне 692? Ну, на максимальном уровне. Ну, хорошо, пускай у тебя уровень не максимальный. Но как сделать, чтобы ты добывал не одно, например, а 4? Или хотя бы 5 железа за одну ходку? Так что, ребят, пишите в комментах, я что-то не могу врубиться. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Листочек притащил мне. Так, подожди, что я делаю? Зеленая смерть. Сломанный меч, понятно все. Давай дальше. Так, наверное, откроем с тобой пак бесплатный. И здесь у нас крылатый ужас, костолом, ужасное чудовище. Немножечко рун, немножечко древесины. Так, теперь на обмене. Ага. Получаем с тобой блестящий янтарь, а можно... Можно. Две, да? Два янтаря мы с тобой отправили. Теперь забираем здесь награды за выполненные задания. Так, 25 тусклого янтаря. 30 склянок. Кстати, надо посмотреть, сколько мы уже с тобой склянок накопили. Так, и последние 50. Все, забрали. Еженедельно и наездники нам не нужны. Так, склянки, да? 9310. 9310 склянок. Нам нужно с тобой 13 тысяч. То есть 10 тысяч мы еще как-то с тобой нашкребем. Но здесь, видишь, еще 17 дней. То есть время есть. Естественно, друзья, мы тратить пока ничего не будем. Будем пытаться накопить. Так, открываем с тобой здесь пак. Шепот смерти, древоруб, грамгильда. Окей. Ставим следующее на открытие. И бежим с тобой прямиком на событие. Да. Вот оно, выживание. То есть я больше чем уверен, да, оно короткое. Но ты не забывай, что здесь будет 6 волн, скорее всего. Охотники заняли позиции по верхнему... А, по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. Кстати, вот здесь 300 склянок. Это очень круто. Ну, опять же, повторю, 6 волн, скорее всего, будет, да? Как это у нас и происходит на выживании. 6 волн и вот... Да. По мере роста мы будем с тобой получать, как говорится, будет каждая волна, будет у нас драконы эти все сильнее, сильнее, сильнее. И потом уже их будет не 2, а 3. Ну ладно, попробуем. Твою налево. Единственное, конечно, обидно, что у нас очень мало с тобой груш, очень мало с тобой прилив сил. Ну, докуда дойдем? Нам бы хотя бы вообще с тобой пройти первое вот это вот. Давай бомбанем и, наверное, добивочка. Так,
Ну что, вторая волна, смотрим. Пока все то же самое. Единственный, кто у нас противник, в первую очередь, кого надо уничтожать, это, естественно, вот этот. Я так понимаю, это у нас... Но это не Кривоклык, не, я не могу понять. По-моему, Кривоклык, да? Ну, а это уже Громорог. Громорога лучше всего уничтожать последний, потому что он сильных уронов не наносит. В основном он баф. Баф вешает на драконов. Так, ну что? Продолжаем бомбить вот этого. Уровень, как ты видишь, уже 14, и это на третьей волне. Дальше только хуже будет. Угу. Так, а этот что будет делать? Атаковать. Мы, в принципе, можем с тобой захилиться в любую секунду. Даже вот сейчас. Отлично. Добить не успеем. Вот-вот-вот. Вот сейчас хорошо он делает. Этот баф, в принципе, он в никуда его сделал, потому что мы его добьем. А он, как говорится, нам не ответит. Так, а вот уже, друзья мои, три противника. Про что я вам и говорил. И здесь немножко ситуация ухудшается. Почему? Потому что здесь появляется еще и водорез. Тут еще и появляется водорез. Угу. Ладно. Давай так, на свой страх и риск. И Громорог почему-то здесь 16 уровня. Вот, начинается. Так. Я понял, к чему они хотят, к чему они стремятся, да? Они хотят не уничтожить моего Штормореза. Потому что это единственный бафер, который у меня есть. И если они его уничтожат, события просто не пройдем. Так что давай сопротивляться этому всему делу. Так, ну что, делаем укус. Кого он будет бомбить? Опа, он еще и не попал. Замечательно. Ну что, предпоследняя волна. Ё-моё. Да, это у нас Кривоклык, собственно, персоны. Ну что, поехали. Раз. Понижаем броню. Два. Так, ну водорез выпендривается. Понятное дело, понижает нам тут защиту. Так, ты, главное, не... Фу, повезло. Он просто не попал. Так, ну что, делаем добивку. Дальше, наверное, отхилимся, да? Да. И нужно бомбить нам теперь водореза. Так, Громорог, что ты будешь делать? Понятно. Ну, у нас с тобой только один вариант. Постоянно держать драконов на отхиле. Сейчас, короче, мы с тобой уничтожаем водореза. Ну и вот Громорог. Я думаю, не стоит пока тратить на него понижение брони. Нам нужно лучше хильнуться. Это как бы в приоритете, да, у нас? Так, ну что, делаем удар и отхил. Плюс добивочка. Ну и последняя волна. Кто у нас тут? Все то же самое, только уровень еще на один стал выше. Ай, даже не знаю, как тут. Блин, понижение брони тоже как бы неохота, а? Получить. Какой он крепкий, а? Фиг его разберешь. Ай-яй-яй. Так, только не надо бомбить. А он именно его, конечно же. Конечно же, они бомбят именно того, на ком висят всякого рода дебафы. Ты смотри, что творит, а? Ты просто полюбуйся, что они вытворяют. Так. Твою дивизию. То есть мы потеряем с тобой, судя по всему, Штормореза. Ой, ну да, потеряем. И теперь у нас два бойца, с которыми мы должны с тобой уничтожить вот этих двух. И, в принципе, это реально сделать. Давай вот так вот. Ну, что ты там? Уставился он на меня. Давай делай свой какой-нибудь там, я не знаю, дебаф или еще что-нибудь. Вот, совсем другое дело. Он как бы нам помогает. У этого пониженная броня, естественно, мы его уже в конце разберем.
Так. Не добили. Так. Все. Тут у нас получается следующее. Уничтожаем и уничтожаем. Как-то так. Ну что, крутим наше колесо удачи. Смотрим, что нам выпадет здесь. Да неужели? Плод мудрости. Оставь, оставь его. Отлично. Так, дополнительного у нас ничего нету. Забираем с тобой пак. Угу. И двигаемся дальше. Что у нас тут выпадет? Шторморез, громобой, древоруб, шипорез, громобой, защитник. Громорог. Окей. Дальше у нас идет что? 150 рун и сразу же 300 склянок со светлячками. Опа, здесь уже поменялись, ребята, у нас условия. Тут смотри-ка, шепот смерти плюс душитель. Не очень, конечно, хорошая команда, если честно. Во-первых, шепота смерти надо постоянно держать на контроле, иначе на третьей энергии он будет делать свою суператаку. Но и душитель тоже. Еще тот навозник, естественно, делает понижение брони, плюс у него на высоком уровне будет довольно серьезный урон. Так, 13-12, да? Как бы я не хотел, но надо шепот смерти контролировать. Окей, добиваем. Это еще их двое. Потом еще кто-то к ним прибавится, я уже не знаю, кто там будет. Третий дракон. Но кто-то будет. Вот мне бы, конечно, я вот сейчас сижу и думаю, лучше бы мне не понижение брони, а понижение атаки сделать. Вот это было бы, конечно, хорошо. Но у меня нет таких, по-моему, драконов. А если есть, то они не прокачанные. Так, давай сделаем таким вот образом. Ну, естественно, шепот смерти мы с тобой добьем сейчас. И у нас там мелкий душитель сидит. Лучше, наверное, нам сделать отхил. Да, лучше отхил, и теперь мы его добьем. Так, четвертая волна. Вот, кто прибавляется, ё-моё, Кривоклык. Нет, это не Кривоклык, это, по-моему, ужасное чудовище. Он похож очень на Кривоклыка, но это все-таки не он. Блин, какой укус я хотел. Я хотел понижение брони, блин. Ну и что вот теперь делать? Теперь только вот так, наверное, делать. Пускай он помогает нам. Да, помощник из него еще тот. Мы даже с тобой не можем ничего сделать, не хильнуться, ничего. А этот будет. Ладно, хорошо. Так, бомби своего кореша. Почему-то не стал он тратить суператаку, я смотрю. А, блин, я, наверное, так зря сделал. Ладно, хорошо. Сейчас будет суператака, ребята. От кого? От этого. Пламя, да? Сейчас будет пламя. Как-то заколебало, а? Нам нужно хиляться. Потому что барсик мой уже в критичной такой форме. Смотри, что творит, а? Это лишь какой там 14 уровень у него. И он вот так уже вытворяет. Ну что, предпоследняя волна. Начинается. Поехали. Отхил. Шпарит, шпарит. Так, сейчас этот будет кусать, наверное, штормореза, да? Ну, естественно. И этот еще тут лезет. Блин, ну что нам придется делать? Вот так. Добьем. Нормуль. Так, этот кого сейчас будет бомбашить? Понятно, барсика бедного. Бедного нашего барсика. Давай, наверное, сделаем вот так. Этот кусать будет барсик опять же. Опа. Опачки. Так, мы с тобой... Мы с тобой перетерпим, да? Я, короче, хочу сейчас, чтобы этот сделал удар и повесить слепоту. Да-да-да, вот сюда вот. Пускай он бомбит своего кореша. Нормуль.
Ну, а мы потихонечку так сделаем. Укусик, нам нужно захиляться. Этот пока под слепотой, пускай там что хочет делает, а мы будем с тобой именно залечивать раны. Так, плюс хиляемся. И добивка. Ну, вот и последняя волна. Естественно, уровень опять же повышенный. Сделаем так. Стоит ли нам сейчас, по-моему, не стоит. Давай просто сделаем укус. Хильнуться мы обязательно с тобой успеем. Так. Здесь сделаем. Ну давай так. Единственное, я боюсь, что как бы он сейчас на четвертом ходу. Нет, этот потратил всю энергию, нормально. Ну что ты там пыхтишь. Теперь, естественно, хиляемся. Блин, я этого не успеваю уничтожить. У него все равно здоровье остается, а? Эх, даже без крита. Ну, ё-моё, ну. Так, вот мне не нравится. Сейчас, если ударит. А, ёк-макарёк, как ты посмел, а? Как ты посмел это сделать, а? Скажи-ка мне на место. Сейчас они вдвоем тут нас распишут, наверное, скорее всего. Ну, если что, придется мне прилив сил применять, чтобы... Блин. Успеем ли мы, а? Успеем. Отлично. Живем. Ну что, внушители, вот теперь я тебя буду потихонечку кромсать. Теперь-то он нам ничего не успеет сделать, потому что энергии он не накопит для суперудара, а мы... Мы в большинстве, поэтому, соответственно, быстрее его и уничтожим. Прекрасно. Ну что, давай глянем, что же нам тут выпадет. И это 125 миллионов древесины. Ну что же, хорошо. Забираем с тобой руны. Плюс сразу же забираем с тобой пробирки. Так, руны 150 штучек, отлично. Плюс 30 склянок. И последний у нас с тобой поединок. После него нам выпадет редкий пак с драконами. Поехали. Прогресс 62% выполнения. Окей. Так, что у нас тут? Я хочу посмотреть, кто нам здесь. Опачки, тройной удар. Вот это вот нехорошо. Да плюс еще с шепотом смерти в совокупности. Это, конечно, лютая такая имба получается. Ладно, здесь сделаем укус. То есть нам придется с тобой как-то под контрольку держать, да? Выбор, либо шепот смерти, либо тройной удар. Ну, я все-таки склоняюсь, что тройной удар будет разбираться в конце. У него еще инициатива, блин, большая очень. Он начинает ходить первым всегда. Так, ладно, пока все у нас нормуль. Не забывай, что у нас две груши и два прилива сил. То есть это вот на последний этот поединок. Нужно все сделать с умом. Все правильно рассчитать, и все тогда у нас получится. Так, ну что, сделаем добивку. Нормуль. Так, и опять же их пока еще здесь двое. По здоровью пока нормально. Хиляться не стоит. Будем просто уничтожать. Так, друзья мои, во время поединка игра зависла и вылетела. И слава богу, у нас с тобой хотя бы есть энергия. Ты понимаешь, да, к чему я клоню? Если бы у нас с тобой не было бы, мы бы... Ну, нам бы пришлось, конечно, покупать. Но это опять же траты. Вот это вот бесит. Это хорошо еще на какой там, на третьей волне, да? А если бы на шестой? Вот это было бы обидно. Ладно, давай... Продолжаем, как говорится, уничтожение. Ну, здесь... Да здесь можно, наверное, да, укусиком. Так, укусиком и тройной удар. Ну, что ты там дергаешься? Дергается он мне. Так, и добивочка. Замечательно. Так, переходим с тобой на вторую. Естественно, начинаем опять с этого улха. Так,
Блин. А мог бы скрыто, конечно, его и снести. И остается тройной удар. Погнали. Понижаем броню. И на добивку. Третья волна. Так, нам... Ну, пока хиляться, в принципе, опять же, не особо нужно. Вроде как терпимо. Тройной удар. А минус. Так, а вот теперь... В принципе, можно залечить раны себе. Пока есть такая возможность. Твою налево. Он бомбит-то не кисло, смотри. На своем маленьком уровне, да? На 14-м. Понижает броню. Так, здесь два тройных удара. Блин, ну у меня, знаете что? У меня нет массовых атак, которые мог... Ну, единственная атака массовая — это отхил у штормореза, за счет которых он и отхиливается, и наносит урон. Но было бы круче, если бы у нас была атака, как, например, у ветрокрыла, да? Который наносит мало того, что урон, обездвиживает. Так, ну что, сделаем вот таким вот образом, да? Блин, вот они вдвоем тут разыгрывают, а? Партию, ты посмотри. Чё он так тяжело разбирается-то, эй? Так, сейчас накопит себе четвертую энергию. Как бомбанет? Нет, не стал он бомбить. Это у нас четвертая волна, да? Получается, еще две впереди. Я уже еле-еле разбираю их. Тяжело даются. Ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, а здесь? А здесь у нас не тройной удар, не шиша. Здесь у нас ужасное чудовище. Блин, ну что ты присосался-то ко мне, блин? Мешает, я даже не могу. Блин, просто все вот мне этот... Весь экран, как говорится, портит. Так, ё-моё, здесь придется, скорее всего, друзья, так вот делать. Да-да-да. Я думаю, не надо никому объяснить, почему именно это так сделал. Лишь бы не уничтожил мне. Ага, он туда пошел. Окей. Это нам на руку. Так, еще раз делаем отхил. Потому что это предпоследняя волна. Нам нужно будет к ней сейчас подготовиться. К последней, я имею в виду. Так, просто укус. Дальше он сходит. Это хорошо, что он сюда бомбанул. Так, уничтожаем. И переходим на последнюю. Начинаем с этого. С шепота. Сделаем так. Здоровье, слава богу, у нас норм. Барсика можно пожертвовать. В принципе, если они сейчас будут его атаковать, я не буду ничего делать. А вот этот мне нужен, поэтому придется за него стоять горой. Видишь, как они распределяют? Поровну. Это хорошо, что поровну идет урон. А не так, как они обычно на одного кого-то переключаются и бомбят. Вот так бы уже давно-давно вырубили бы. А так, смотри, у нас все идет по плану. Угу. Так, повышение атаки, да, сделал? Значит, нам с тобой стоит, наверное, сделать вот так. Вот так. Блин, а у меня не хватит, да? Я думал, сейчас сделаем с тобой слепоту, и пускай этот бомбит. Окей. Тогда сделаем с тобой следующим образом. Е! Yeah. Так, ну что, он остается один. Естественно, ему крышка. Ничего он тут уже не сделает. Ого! Кто-то он ударил. Барсик, слава богу, выжил. Ну, добивка. Все. Все, ребята, прошли. Ну что, крутанем колесо. Получим с тобой что? Плод мудрости, окей. И забираем пак. Редкий, да? Редкий. Так, он нам прилетел на почту. Вот он.
Ну что ж, давай глянем. О, 500 рун. Железо, железо. Ракушка. Кто? Шипотень? Премиум? Ху-ху. Вот это найс, ребята. Напишите в комментариях, у вас у всех выпадает шипотень? Или это только мне так повезло? Разместить. Какие у тебя характеристики, бро? Ну-ка покажи. Так, а у него, смотри-ка, сбор железа недоступен. Вот что я тебе скажу. Но зато по ресурсам неплохо, да, получается? Премиум. Несмотря на свое любопытство, этот шипоспин любит оставаться в тени. Валка попросила Икинга помочь этому дракону поверить в себя. В бою шипоспин предпочитает держаться позади и атаковать из-под тишка. Он бросается в гущу сражения только когда его товарищу угрожает опасность. То есть такой, да? Смотрит, ага, я могу здесь навредить, и сразу же летит вредить. Понятно. Ну что, ребята, открываем. Ой, забираем с собой награду. Но все равно, в любом случае, я считаю, не зря мы прошли это событие. Надеюсь, оно вам понравилось. Если бы, конечно, у нас не вылет в игре, мы бы его прошли еще быстрее бы. Так, и делать. Так, секундочку, мы с тобой сейчас посмотрим, что нам нужно для этого дракона. Нам надо топорики. Топорики где-то нужно донаходить, да, получается. Подожди, что-то я не то, по-моему, сделал. Начать. Или вот эти вот, наверное, лучше искать. Угрюмое море. Пускай они летят сюда в путешествие. 259 рун. Ух ты, вот такого у меня, по-моему, нету. Или есть? Зимний. Ладно, тратим с тобой 250 рун на фул сумку. И пускай, как говорится, он уже летит. Как-то так. О, у нас с тобой, кстати, есть 450 миллионов древесины. Где там у нас? Куда он делся-то, я не могу понять. Где у нас наш весночёс? Он где-то же... Погоди, не понял. Он же у нас где-то здесь стоит. Так, я его на прокачку... Нет, я его не мог отправить на прокачку, потому что... А, вот он, вот он, вот он, вот он здесь. Вот, по-моему, да? Так, а это мы с тобой уже сделали, оказывается, задание. Так, вернись и лети. Да, придется потратить. А что поделаешь? Пускай летит за добычей. Так, ну эти-то что опять? Сморкала. Так много крутится поблизости, что нас двоих от него уже тошнит. А лучшее средство от тошноты — рыбалка с драконами. Так, поручите кошмарному пустеголову добыть 15 единиц рыбы и поручите нюхохвату добыть... Но нюхохват у меня уже на задании, так что ничего я ему поручать не смогу. Ладно, задание остается у нас это на потом. Ну а на этом, друзья, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!